Уникальность Российского онкологического конгресса состоит в том, что он предоставляет возможность для живого общения молодых ученых с ведущими мировыми специалистами в области онкологии. Более 1700 специалистов входят в состав молодежного комитета «Русско Джуниор», что составляет более половины от всего числа членов Российского общества клинической онкологии. В прошлом году на Российском онкологическом конгрессе приняло участие более 800 членов Комитета молодых онкологов. Эти цифры свидетельствуют только о том, что Российский онкологический конгресс является мощной образовательной платформой для молодых ученых. В этом году неизменно пройдет конкурс молодых ученых, на котором победители получат гранты для продолжения своих исследований, а также возможность участия на ведущих европейских онкологических конференциях. Организационный комитет активно поддерживает молодых ученых и привлекает их к формированию научной программы, а также высказывает свою точку зрения. Приходите на Российский онкологический конгресс поддержать молодых коллег.